На сегодняшний день продукцию, которую мы выпускаем, она соответствует качеству, она соответствует согласно стандарта 932-93 по золоту. И более того, наше качество на сегодняшний день подтвердил Гохран Нацбанка Республики Казахстан. Все это нас нацеливает на получение статуса Good Delivery в будущем. Good Delivery с перевода с английского языка означает надежная поставка. На сегодняшний день введено руководство для обязательного исполнения всеми зафинажными заводами, руководство по наделению статуса Good Delivery. Существует три критерия, которые основные критерии для того, чтобы иметь надежную поставку. Это должно быть устоявшееся производство, аффинажное производство, которое на рынке драгметаллов работает не менее 3 лет. Это первый критерий. Второе, это должно быть не менее 10 тонн выпуска в год аффинированного золота. И оно не должно быть связано, суть происхождения золота должна быть чистой, не связанной с финансированием вооруженных конфликтов и нарушениями прав человека. То есть все наши договора и все поставщики должны иметь лицензии на происхождение драгметаллов. Мы сегодня уже пришли к тому, что помимо стандартных слитков, мы де-факто производим и мерные инвестиционные слитки. Начиная от 50 грамм, 100, 250 до килограмма, это альтернативный продукт, чем Национальный банк. Это прямые инвестиции от населения. Население может позволить себе купить мерные слитки, потому что стандартные слитки покупать это слишком дорого, но мерные слитки от 1 грамма и выше каждый казахстанец может себе позволить. В среднем 1 грамм золота, если мы говорим, оно стоит примерно 6 тысяч тенге. И, конечно, вкладывать свои сбережения простому населению лучше, наверное, в эти мерные слитки, нежели вкладывать в недвижимость. Вот это альтернатива.